Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня покажу, как приготовить одну отличную насадку, наживку для ловли рыбы. Подойдет на карася, карпов, плотву, леща, особенно леща. Так, берем манку, высыпаем в тару. Вот, показываю на примере. Вот у меня вот такое количество будет. Манку заливаю небольшим количеством воды. Вот так, смотрите. Все, думаю, этого будет достаточно. И даже вот рукой вот так вот размешаю при вас. Вот увидите, как получится насадка из манки. Сама по себе манка особо не имеет какого-то сильно привлекательного запаха, вкуса. Поэтому, как и большинство рецептов, сюда нужно будет добавить запах. Запах, он же наш ароматизатор, аттрактант, вкус нашей наживки. В данном случае это будет корица. Молотая корица. Добавляем вот так вот на глаз. Все достаточно. И еще раз вот это разминаем рукой, чтобы у нас получился вот такой комок, как из теста. Сейчас за кадром размешаю. Вот за кадром я размешал. Такая насадка получилась. Пахнет очень сильно корицей. Запах просто очень приятный. Рыбе он обязательно понравится. Потому как корица довольно-таки универсальный запах. Вот. Любит его практически вся рыба. Но такая насадка не оставит ни одну рыбу равнодушной на нашей рыбалке. Пробуйте, готовьте по моему рецепту. Обязательно будет вас ждать улов. Всем спасибо за просмотр, лайки, подписку на канал. До скорых встреч. Увидимся.